Привет всем, с вами Ильич Дмитрий Рошенко. Сегодня поговорим, я думаю, что об очень актуальной теме. Это о пенсиях депутатов Госдумы и о зарплатах депутатов Госдумы. Итак, информация была раскрыта 5 июля 2018 года. Появились данные и сведения. Итак, значит, пенсионное обеспечение депутатов Госдумы, как многие знают, это в соответствии с федеральным законом о статусе члена Совета Федерации, статусу депутата Госдумы. Есть отдельный федеральный закон, который касаемо обеспечения депутатов Госдумы. Итак, при стаже от 5 до 10 лет 55% денежного вознаграждения депутата Госдумы, то есть от официальной зарплаты. Вот, например, 5-10 лет, то есть 46 626 рублей, что составляет 55% от денежного вознаграждения депутата Госдумы. Денежное вознаграждение депутата Госдумы по данным на 2018 год 85 тысяч. Это официальное денежное вознаграждение. Если при стаже свыше 10 лет, то 75, то есть получается от этой суммы 63 581 рубль. Например, мой родственник, которому сейчас 62 года, он находится в регионе, получает зарплату 8700 рублей, где-то так. Отработал почти 40 лет официально, то есть 40, даже, наверное, больше, чем 40 лет. Это 41 год, да, 40, ну, в общем, около 40 лет. Отработал официально, всю жизнь фактически работал. Редко брал больничные листы, то есть это уже последние там предпенсионные года и так далее. Вот сейчас у него пенсия 8700. У депутата Госдумы, который от 5 до 10 лет, статус, да, депутата, то есть два срока формально, да, получает 47 тысяч рублей. Те, кто свыше 10 лет, статус депутата, ну, формально почти 64 тысячи рублей. Дальше. Что мы здесь смотрим? Теперь нас интересует зарплата. Значит, это была пенсия. Вот это пенсионное обеспечение. То есть, если при стаже от 5 до 10 лет, как еще раз я сказал, депутатам Госдумы, то есть два срока, получаем почти 47 тысяч рублей. Если свыше 10 лет депутатам Госдумы, то есть, например, 3 срока, то пенсия составит 3581 рубль, это на 2018 год. Теперь давайте еще раз рассмотрим второй вопрос наш. Это заработная плата депутата Госдумы в 2018 году. А это очень актуальная тема для тех, кто, например, работает в магазинах «Пятерочки», для тех, кто водит маршрутку по 16 часов и так далее, по 2-2, то 2-1 с утра до ночи и так далее. Так вот, друзья, в соответствии с законодательством, среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399 300 рублей до уплаты налога, то есть 13% на руки 347 400 рублей. Это средняя зарплата депутата Госдумы. При условии, что эта зарплата снижена была на 10% в связи с указом президента в 2015 году. То есть еще прибавьте к этой сумме еще 40 тысяч, то есть 440-450 тысяч. Ну вот такая была зарплата, например, сейчас, если бы ее не снизили. При условии, что это средняя. То есть вы понимаете, да, что фактически прибавить надо еще процентов 30 к этой зарплате. И при условии, что тот соцпакет, который есть у депутата Госдумы, начиная от даже жилья, которым предоставляется депутату Госдумы и членам его семьи и так далее, то есть вы понимаете, он несравним даже с топ-менеджерами компании. Ну вот это для информации для тех, кто работает по 16 часов. Напишите, кем вы работаете и какая у вас зарплата, для того, чтобы мы могли сравнить с зарплатой депутата Госдумы. Также, как я уже сказал, что вот мой родственник получает, отработав почти 40 лет, получает на руки 8700 по пенсии, да. А депутат, который отработал, ну, формально с 5 до 10 лет, то есть 2 срока 10 лет, грубо, получает 47 тысяч рублей. То есть почти 6 раз больше. Напишите, какая у вас пенсия, если вы
уже вышли на пенсию. Если же вы работаете, напишите, кем вы работаете, какая у вас зарплата в комментариях под этим видео для того, чтобы сравнить. И сколько часов вы работаете. Потому что вы сами понимаете, да, сколько работают депутаты Госдумы. Фактически начисленная среднемесячная заработная плата за 6 месяцев 2018 года составила вот 338 тысяч, это после уплаты налогов. И тем самым, да, что получаем, что это средняя, опять же, зарплата, и фактически у каждого депутата, особенно председатель комитета и так далее, глава комитетов различных тоже ведомств, и у них соответствующая другая надбавки и так далее, и так далее, и так далее. То есть, какая реально на руки зарплата, я думаю, известна только бухгалтерии Государственной Думы и личным депутатам. Таким образом, друзья, значит, от 5 до 10 лет, если вы статус депутата отработали, получаете пенсию в районе 47 тысяч. Если свыше 10 лет, почти 64 тысячи рублей. Если вы получаете статус депутата, да, и с первого дня начинаете работать, то по истечению месяца сейчас средняя зарплата составляет, ну вот, 338 тысяч рублей по итогам 2018 года за 6 месяцев по Государственной Думе. Поэтому, друзья, это для размышления, какая зарплата у депутатов, какая у них пенсия. Напишите, еще раз говорю, какая у вас пенсия, кем вы работали, сколько лет вы отработали. Если вы еще не на пенсии, напишите, где вы работаете, какая у вас должность и какая зарплата для того, чтобы сравнить ее с зарплатами депутата Государственной Думы. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно поделитесь видео со своими друзьями, подписчиками, коллегами, для того, чтобы они оценили и посмотрели. Данная ссылка на сайт Госдумы будет под этим видео, можете поделиться. Спасибо еще раз, что посмотрели видео, что поделились это видео со своими друзьями, что подписались на мой канал, написали комментарии касаемо пенсии, размеров касаемо вашей зарплаты. Всего доброго вам, счастливо!